Всех приветствую. Сегодня небольшое видео по поводу предстоящей замены ступичного подшипника. Так как мой безнадежно загудел на 118 тысячах, было решено приобрести новый. Новый фирмы NTN SNR, насколько я знаю, 177. Уж очень больно их нахваливают. Кто-то говорит, что такими подшипниками поставляется наша Витара с конвейера. Вот, посмотрим. Решил взять запчасть немножко подороже, поприличнее. Думаю, может быть, походит хотя бы не тот ресурс, который заявлен, но хотя бы 1050. Вот. Чем грешат дешевые подшипники? Многие по отзывам говорят, что они ходят не более там 20 тысяч, как повезет. Очень много подделок. Вот, посмотрим, как походит эта железяка, скажем так. О предстоящем опыте сообщу дополнительно. Будем надеяться, что замена больше не потребуется. Вот. Каталожный номер оставлю в описании.